Наталья Аксенова больше 20 лет отдала школе, преподает географию, плюс руководит отдельным классом. Миссия ее в том, чтобы стать своим человеком в мире детей. Ведь классный руководитель в первую очередь наставник и друг. Во многом именно от него зависит становление личности учеников и гармония в детском коллективе. Классное руководство – это такой творческий процесс, где классный руководитель, каждый, выбирает те формы, методы и содержания, которые подходят именно под его коллектив. Колоссальную работу, связанную с воспитанием детей, оценили на федеральном уровне. По поручению президента Владимира Путина с 1 сентября классные руководители получат доплату в 5000 рублей. Очень довольны, что наш труд оценивают, что он наконец-таки оказался значимым. Чтобы получить доплату, никуда обращаться не нужно. Деньги придут с основной зарплатой. И, кстати, это будет не единовременная выплата. Данную выплату у нас будут получать 2973 классных руководителя. На эти цели из федерального бюджета выделено 77 миллионов рублей на 2020 год и на 2021-2022 годы 273 миллиона рублей. Многие задают вопросы, куда обращаться и как получить данную выплату. Хочу сразу расставить все точки, что обращаться никуда не надо классным руководителям. Данную выплату они будут получать вместе со своей ежемесячной заработной платы. Карачаево-Черкесии эту доплату получат 3000 педагогов. А учитывая, что классный руководитель не только ведет уроки в своем классе, но также общается с семьями своих учеников и налаживает связи с учителями-предметниками, для них это будет очень хорошее подспорье. Анета Дышекова, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.